Доброго времени суток! Хочу поделиться рецептом приготовления крема чиз. Он идеально подходит для сборки торта, украшения и выравнивания, и также для украшения капкейков. Для приготовления одной порции крема понадобится 300 грамм сливочного сыра, охлажденного, 100 грамм сливочного масла комнатной температуры и 80 грамм сахарной пудры. Одной такой порции крема хватает для пропитки 5 коржов торта диаметром 18 сантиметров или украшения 20 капкейков. А чтобы выровнять края торта и немного его украсить, нужно как минимум 2 порции крема. Чтобы идеально плотно наложить крем и скрыть коржи, нужно 2,5-3 порции крема. Кому интересен рецепт идеального классического бисквита, который я использовала для сборки торта, ссылка в описании. Изначально нужно взбить миксером до однородной массы мягкое сливочное масло и сахарную пудру. Масло должно быть обязательно 83% жирности, и минимум за 3-4 часа до приготовления достаньте его с холодильника. Когда масло полностью соединится с пудрой, масса немного увеличится в объеме, и можем добавлять сливочный сыр. Продолжаем взбивать миксером. По времени приготовление крема у меня заняло около 10 минут. Крем-чиз готов. Крем получается очень нежный и вкусный. После приготовления крем можно сразу использовать. Дополнительно охлаждать не нужно. Но если вдруг на кухне жарко и крем не держит форму, то охладите в холодильнике около 30 минут. И смело можно украшать торт. Пробуйте, экспериментируйте, не бойтесь, все получится. Радуем и удивляем своих близких. Если видео вам стало полезным, ставьте лайк. Благодарю. Всем удачи!